Всем добрый день. Находимся мы в Mall of Antalya. То есть мы едем в Анталию. И на въезде в город вот такой огромный супермаркет. Ну, то, что внизу вот эти бутики, мы, естественно, снимать не стали. Там огромное количество бутиков. Мы поднялись наверх. Здесь такой большой фудкорт. Мы решили перекусить. Выбор тоже не маленький. Есть турецкая кухня, различные американские, вот эти вот все Бургер Кинги, Макдональдсы и KFC. Но мы свой выбор остановили вот на вот этом заведении Афсар Тантуни. Так, что мы выбрали? Сейчас подойдем. О, у нас уже одно блюдо готово. Так, курица с йогуртом. Чикен. Ага. И с колой. 18 лир порция. Вот такая вот. Сейчас нам кола. Кола? Ага, сейчас нам колу дадут. А я взял вот такой салат за 12 лир. Ну, выглядит очень красиво. Тарелки не маленькие. Сейчас пойдем пробовать. Сделали мне мое блюдо. Посмотрите на размеры. Так, для сравнения. Что для сравнения? Ну-ка, дай-ка вилочку. Ну, секунду дай. Вот вилочка. А вот блюдо. Блин, я не знаю, я это, наверное, все не съем. Вот это все стоит 12 лир, представляете? А это, еще раз повторюсь, 18. Вкусно, да? Да. С йогуртом. Так, что у нас входит сюда? Курица и много-много овощей. Там рис есть внизу? Случайно? Нет. Нету? Просто овощи? Да. Ну ладно, тогда, наверное, справимся. Раз там просто овощи, ну, тогда пойдет. Польем все лимончиком. Ну, на самом деле, это кажется, что много. Там просто овощи в основном. Ладно, попробуем курицу. В каком-то мексиканском соусе, да, что-то они говорили? Курица как будто гриль с соусом терияки. Ну и куча овощей. Остренько. Прям конкретно остро. Поэтому аккуратнее, если будете здесь, в этом кафе заказывать такое блюдо. Именно вот это блюдо, оно прям, прям острое. А так очень вкусно. Очень хороший фудкорт в этом молле. Mall of Antalya. Вкусно поели. Поехали в Анталию. Там еще погуляем немного. На набережную сходим. Так, ну ладно, гастрономический... А, кстати, пока не закончили. Вот тут есть еще такое кафе. Байденер Искандер. Там тоже очень вкусно. Вкусно мы в прошлый раз там кушали. Нам очень сильно понравилось. Тоже приемлемые цены. Нестандартная подача блюд, там они маслом горячим все поливают. А мы поехали в Анталию. На сегодня, наверное, все. Всем до свидания.